Строительные цели. Говорят, я видел. Шандыбин у нас как? Или микрофон? В общем. Да, в общем. Чтобы они подумали, что им больше объясняешь этим. Пожалуйста, значит, да, это Азади сейчас, именем Азади, библиотека. Далее у нас находится дворец правосудия. Как купол, да? Ну да, видите, да, открытый было, торжественно открытый. Благодаря нашему великому супермаркету машине, все ЗАВУ, у нас находится Министерство обороны. Далее строить у нас так же, как Госдума, Меджлис, так называемый бой, да. Парахат. И далее там у нас монумент. Жилье или административные здания? Вот высотные домики. Это жилье. Любой желающий, да. Там у нас все жилье. На продажу или дома даете жилье бесплатно? На продажу. В течение всей рабочего периода. Дворец Рухет. Там здесь у нас собирается Яшулейн, Аслаха. Все они могут прийти, посидеть, отдохнуть в этом. А здесь, а что за дворец вот прямо с куполами вот такой вот это? Это Рухет, наш дворец Рухет. Это дух. Симпатичный центр. И высотный. Да. Вот на ту сторону уже у нас новый город, строение нового города. Ну, в смысле, по советскому масштабу. Это не регион масштабный. Значит, посещаем здесь. Все люди приезжают сюда, гости, наши местные жители, в частности. Все время здесь. Все, здесь город, любой, какую сторону. Вот у нас вот прямо вот сейчас. Да, мечеть. Национальный, вы имеете в виду? Сколько, допустим, национальности? Допустим, туркмен. Там они живут. Так, у нас даже частность у меня есть, и татарины есть, и казахи есть. Здесь у нас много и узбеков, в частности, и казахов, туркмены. У нас же, как вы поймите, сейчас в том плане, что у нас и вилаятов-то много, 5 вилаятов благодаря, и в каждом вилаяте есть разные, которые были оседлые, например, казахи, могут быть в частности здесь или там, понимаете? Так что благодаря и... Отель Ашхабад, так, далее у нас это здесь. Не, красиво. Симпатично очень. Тот архитектор какой-то очень мудрый у вас. Архитектор, значит, здесь у нас построили, да, вот это арку нейтралитета, значит, Баба Сарана Мурадов и также это турецкий архитектор Герол Табанджа. Доскар целая, рыболовы ты не мог назвать. Да что, выгребает прям, или монеты? Я рыбонета, рыбу была. Рыбу выгребает, да? Чистый. Нет, все банки есть, да. А где же у меня эта память в год? Да.
Это, знаете, домик. Вы вопрос задали, там, по-моему, насчет веры, да, вы говорили? Вот здесь у нас были, значит, вот православная церковь была. Здесь вот обидов в 33-м году, 7 июля, он, по-моему, снесли там, да, по-моему. Это у нас тоже как бы исламская религия идет, там также было. И бихаистская. Это обращение к народу, что не паниковали, новые дома строить начали. Я вижу, здесь русаки в основном. Здесь русские люди. Это было до 48 года, да, во время. Это уже, пожалуйста, это у нас в народе Сапармурат Бенбаши. Вчера тоже самое, там было возложение Бенбон, травмы, торжественные мероприятия проводились. Это мечеть у нас в ГУТП находится, то же самое. Вот в этом плане. Сильно было. А это что за бегание? Да, сильно. Сильно, очень было. Книга «Почет по Христе», сейчас Митрофана будет там писать. Ну и что? Не важно. Так, только ноги держи. Так. Кабанамаха. Ой, куда? Окей, теперь. Сделано века. Да.
вообще это старинный час, он везде будет. Вот. Здание, естественно, основная. И вот здесь, конечно, раньше у нас было. Вот так пройдут, да. Вот так. Здесь здание из 4 этажей, основной период, 8 выставочных залов имеет закон о нейтралитете Туркменистана. Естественно, закон о гербе Туркменистана и о флаге Туркменистана. В этом зале независимости размещены наши основные достижения. Естественно, флаг у нас нет. По борьбе с гитлеровскими захватчиками в Керченском проливе. Мать погибла в 1948 году. В сегодняшний день весь туркменский народ благодарен за Сапарбрату Туркменгажи своим достижениям. Пожалуйста, вот в этой витрине меня здесь могут быть маврийские, аврамские и балканские. Пожалуйста, вот пройдем в Керченском проливе. На Каспию выходим, пожалуйста. Сейчас дальнейшее время. Следующая витрина уже найдена, уже керамика туркменская, это Ахтепе. Алтын-Депе в Туркменистане, на карте все это видно. Была очень такая вот обычная культура очень высокого уровня, на уровне месопотамской культуры, уже зарождение человеческой ремесленнической культуры. Смотрите здание, это уже почти уже... И посмотрите, вот когда вы смотрите на этих экспонатов, это тоже очень бронзового века, очень культурный храм. Это... Возле Мерва, 70 километров от Мерва, пустыни Каракума. Вот такое вот создание было тут. А сейчас на этом месте что есть? А все это как в Махече, а, все так и есть. Чем-то на Вавилон похоже. Да? Они очень похожи, потому что это место подходит. На один стиль. Да, вот здесь тоже, видите, вот здесь правильно. Да, это еще. В этом зале в основном все экспонаты найдены в городе Нис. Взяли в поход, потом, когда приезжаешь с победой, они на них устанавливают большие вот такие вот скульптуры. Это вот осталось вот такой вот, нашли. Да. Макет города Нис, вот сейчас находится 10 километров. Здесь цитадель был такой вот, царский цитадель, и его кладохранилище. Он, как вы здесь смотрите. Это новоделки? Нет, все так надо. Реставрация имеется, конечно, но больше стоят. Это да. Это ее стоит. Архитектурные, которые находятся в городе Нисы. Это вот ваш второй хранитель. У вас здесь огромный гараж. Здесь тоже продолжение этих. Это документы, Астракон называется. Это тоже найдено в Мерве. Вот это вот
написано художником Мишиным в 5-м году, которого он уже сам с натуры все это писал. Нам как бы документально осталось сохраняться. Это орнаменты, найдены в городе Танданака. Амарская мечеть, Сейд Джамаль аль-Дин, в 48-м году. Да, это вот здание. Сейчас от него остатки остались. Восстановление не подлежит фонды наличия Сейджурского государства. И, пожалуйста, здесь вот Хусейн сам Абдурахман. Самый большой. Одни проекты издания надо было... Здесь, пожалуйста, посмотрите, ювелирный проект. Привет, ребята! Здравствуйте! 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 Ну а это вата, да? 25 вот собрали. Самая настоящая вата, да? Собрали 2,5 тонны. Масло дается. С гектара. Масло? Это новый уже урожай. А как? Нет, остатки. Остатки. Это собрали. Вот она коробка. Это же комбайн собирает. Нет, вручную собирает. Почему вручную это только нет, комбайн есть. Это вообще это масло. Смотри, белое ничего не надо делать. Вата, настоящая вата. У вас, наверное, вообще эту вату не покупают. Нет. Пошел на поле, собрал. Да. Можно я вас так возьму? Возьми. Нет. Я на память взял. Вы не донесете, рассыпать. Как мы донесу? Уже не цепится, нет, да? Нет. Ну конечно, поддашь, бросишь под ноги, конечно. За... Вот земельная реформа у нас, вот он хозяин. Десяточка. Хозяин, да? Купил? Аренда. Аренда? Сколько гектаров? Так, не-не-не, я ну, сейчас. Война есть? Так, брат. Это хороший урожай, нет? Хороший? Сколько работников? Один сам. Сами сажают, да? Сами поливают. А воду? Воду привозят. С колхозом договор? Не колхозом, а такой акционерный. А, акционерный. Это вот это 2 гектара, да? Нет, это 30 гектаров. Они вот от столбы до столбы. А, 2 гектара. И все с вами живут. Одно хозяйство. Ну, на жизнь хватает, да? Машина есть? Пойдем. Молодец. Туалет, а вон. Как это везде? Дома приказ. Спасибо. Это очень интересно. Хотите зерно посмотреть? Вот зерно. Зерно у нас тоже зерно. Да, молодец. Колхоз. Вот. А это
оттуда, вон еще все птицы приходят, потом берут наши. Еще в советское время. Пойдет? Так ладно же, фонтаны для хозяйства. Дорого? Да. Летом. Тигр быстро там. Что вы хотите посмотреть? Проверил? По залу? Да. Самых знатных людей сюда, да? Да. Свой художник, наверное, есть. Есть, есть. Художник. Разные годы. Да, разные годы. А сколько лет хозяйству? Построен в 29-м году. Он 50 лет руководит. Да. 50 лет? Женщин уважаю, которые есть. Он просто. Да. Да, все это. Его проект как настроили, да? Типовой проект. Здорово. Раз 400. Ну так на райцентр, да, тянется? Подвинули, подвинули. Сейчас же видите, как образовались. Ну, а, да, 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 да. Там прекрасная природа. Изумительно. Да. С той стороны посмотрел, там у нас есть зона свободной мусории. Текстильные перерабатывающие. Это начиная от переработки хлопка, ткань, нитки, закончили цикл. И в целом она около 3000. Я часто езжу, живу у Митина. И езжу, значит, в автобусах, потом в метро, потом выхожу, километров 5 иду по Москве. Меня все так узнают, здорово. Здоровье, там же металл очень много у нас. Вы заметили? Да, все, металл очень много. Мы город строим варан. До 40 метров гравий щебень. Подушка. Гасит землетрясение вот эту волну. Потому что... Смотрим печать, московская пресса вас критикует, понимаете? Ну и что, пускай. Да, да, даже неудобно. Вот я с мемского народа, понимаете? И у меня уже совсем другое отношение. Об вас очень нелестно отзывается радиостанция «Свобода». Да, она там в другой раз такие вот передачи ведет. Да, но это ее роль, это американская разведка. А за что ее хвалить? Да, да, потому что народ у вас получше живет. Я вот ехал, думаю, найду нищих, как у Москвы здесь, знаете, с протянутой рукой. Ни одного не найдете. Мы вчера вечером прошли, нищих нет, понимаете? Как? Да, ни в базарах не найдете, нигде. Да, и очень хорошо, я вот просто, вот, знаете, вот воспринял как-то духом, настроение у меня поднялось, что вот вы действительно вот не так, не пошли по российскому пути. Ну, у нас и посмотреть, и администрацию президента,
и правительство, то все они душат духом, ну, Международным валютным фондом, да, Западом. Второе, что решат, только стоит в Вашингтоне кашлянуть, у нас уже сразу исполняется это все. Ну, распродали уже железную дорогу. Все, это уничтожение полностью железной дороги, продажа земли. Вот завтра будет рассматриваться РАО ЕС законы распродать гидроэлектростанции, тепловые электростанции, уничтожить. Это уничтожить единую энергетическую систему. Второе, смертность у нас в два раза превышает рожденность. К 2025 году смертность будет у нас превышать в России рождаемость в 5 раз. В 2025 году, значит, только русское население сократится на 35 миллионов. Я уже не буду говорить о других, допустим, там у других там религии принимают, понимаете, вот как, чтобы население других наций не сокращалось. Но население, как Тэтчер говорила, для России достаточно 12-15 миллионов, чтобы обслуживать вот, ну, добычу нефти, газа. Но население это России, как будет 300 миллионов, там, придут китайцы, вьетнамцы, индийцы придут, понимаете как? И будет такая вот полностью оккупация. У меня к вам просьба. Да, всех вместе, да. Это гениально. Товарищ президент, я вас товарищем, господином не называю. Нас тут нет. У меня к вам просьба. У нас есть город Сельцо, где вымирает, где каждый четвертый юноша наркоман. Каждый четвертый юноша. Смертность там самая высокая в России. Там был химический завод, вот, который начинял наши ракеты. Понимаете как? И уходили люди на пенсию, 50 лет. И вот это вот, ну, пенсионеры, которые вышли, вот там смертность очень высокая. И город вымирает. И очень бедный, рабочих мест нет. Я просто, вот, знаете, вот, как... Во имя русско-туркменской дружбы, помогите вот хоть на 10 копеек. Почему? Я вас прошу, понимаете, что вот не забыты мы. Мы станем побогаче, друг с вами будем, мы вам больше поможем, понимаете? Ну вот проявите вот эту вот, ну такую вот солидарность. Мы с вами все же коммунисты. Да, и в душе коммунисты. Я вам скажу, в России... Много воду уходит, я вам скажу. Нет, я прослежу. Нет, это я сам прослежу. Тем не менее, я в августе по долгу ГДР выплачен. По долгу ГДР немцам заплачено 175 миллионов. Потому что ГДР это... Транспортные связи работают. Да. И запасы истощаются. Потом трубы все погнили. 23 триллиона. Они знают запасы. Мы идем на Афганистан. Пакистан. Я говорю, Владимирович, давай еще 10% ваших денег. Мы даже бумагу подписывать не будем. Что вы, Великая Россия, 2 миллиарда туркмен покупать, я должен соглашение подписать. Ну, наша дружеская беседа довольно интересная. Я еще раз хочу принести извинения за те средства массовой информации, как журналист, как депутат, которые в России, к сожалению, сеют рознь между нашими народами, которые сеют подозрения. Оскорбительные статьи публикуют и так далее. Это есть такие газеты, которые на привязи у олигархов, к сожалению. Каких-то группировок, которые не заинтересованы в наших связях. Отчасти. Власть управляет, друзья. Власть сейчас в последнее время взяла все в руки. Я Путин тоже Владимирович. Надо власть внутри критиковать недостатки, а не трогать другие народы. Но тем не менее, знаете... Вот лет 5-6 не было делегации Думы Государственной у вас. Через Новый год? Да, да. Поэтому накопилось немало проблем, вакуум, который бы целесообразно, мне кажется, восполнять. Все-таки народы между собой сохранили добрые чувства. Не пресса выражает эти интересы. Нет, а вы посмотрите, у нас тут не антирусского. Вы заметили, вчера мы на комбинате были у вас, но прекрасные специалисты, которые учились в Москве. Напрашивается все-таки со временем вот выстроить перспективу наших отношений. И дни литературы искусства русского народа, может быть, Туркмении, и дни культуры туркменского народа в Москве, Ленинграде, других местах. То есть, в какой-то мере, придать импульс нашим добрым межнациональным отношениям. А потом потянутся и разумные экономические связи, мне кажется. Очень поддерживаю. У нас 8 правительств сменилось. Когда нас... И ни одного толкового не было, к сожалению, правительство наше. Ну,
нас немножко... Вот в чем дело. По-прежнему рассматривать как ничего страшного, надо спокойно. Конечно, там с Казахстаном он решил это хорошо, теперь легче России. Там спорно был. Такого не бывает. Да. Вы обратите внимание, хорошо, перед тем, как крупное событие в российско-туркменских отношениях, каждый раз перед этим событием идет вброс вот такой безобразной. А вот последние недели были грязные статьи. Понимаете, каждый раз. Знаете, честно скажу, вот вы не обижаетесь? Хорошо, что вы не... Я уже вот перед коллегами высказался. Очень много хорошего мы видели. Я приеду, расскажу и Муртазыгу Байдуловичу. Но мне лично, как бывшему партийному работнику, скажу, вы очень важную деталь ведете впереди паровоза, это память о прошлом, память о предках, память о погибших. Вот такое отношение к памяти, я думаю, очень сильно мобилизует, сплачивает народ, и я убежден, что вы, ваше будущее прекрасное. Я дополню. Спасибо. Мы сегодня смотрели монумент независимости. Ну, я был во многих столицах такого прекрасного здания. Да, нигде я не видел. Может быть, мои коллеги видели, но это, я думаю, это как вавилонский... Вы завтра на утро на рынок сходите, пожалуйста. Ну, завтра в 6 часов утра. Я просто советую вам, я извиняюсь, что перебил. Да, музей вашей истории. Ну, что значит, ну, может быть, мои коллеги не скажут, но я... Вот просто как друг. Ты написал хорошие слова. Я еще хотел добавить, что вот момент, который бы стоит и нам как-то выделять, да, и вам, мне кажется, вы его, конечно, тоже ощущаете, то, что вы единственная республика, где за 13 лет, последние 13-14 лет, да, не было ни гражданских беспорядков, ни военных конфликтов, тем более. Никаких, да. Вот. То есть ни одна республика этого не избежала. Ну, а где-то были реки крови, да? Ну, где-то прошло, как в Белоруссии, там, в виде каких-то гражданских беспорядков, на Украине тоже. Ну, не доходило до рек крови, да, но все-таки было балансирование на грани. Мы сейчас видим, что тоже что-то такое. Вот вы единственные, да? В Узбекистане были события, в Казахстане в 86-м году, в Киргизии там и раньше, и в Оше, там, и прочее. Вот. То есть единственная республика, избежавшего это конечно, фактор, ну, такой фантастический совершенно. Он бьет все вообще. Нет, я имею в виду... Еще разочек. Вот так. Спасибо. Я очень рад вашему прибытию. Мне рассказали, что побывали, вот мои единомышленники с вами были некоторые. Короткое время приехали. Короткое время. Это первый раз. Трикотажный посмотрел. Первый раз. Нет, вы трикотажный с той стороны посмотрел. Там у нас есть город. Зона свободная экономическая, где налогов ничего не берем. Угу. Там ряды фабрик и джинсовые, или другие. Мы решили все строить здесь только на собственном сырье. Текстильные перерабатывающие. Это начиная от переработки хлопка, ткань, нитки разные, ткани, одежда готовые, готовые производства. Это 5 заводов получается для оконченного цикла. И в целом она около 3000 рабочих мест. В каждом районе мы строим. 5 заводов, вы кредиты взяли? Никаких кредитов. Мы никого не берем. Кредит это кабала. Вы знаете, кредиты 7%, 8% дают. Все такие умные стали. И Америка, и да. Япония. Все кредиты под 8%. Лучше не брать, мы не берем. Мы стараемся своими силами. Сделать. Мы, во-первых, решили продовольственные вопросы. Теперь товар народного потребления, все сами стали производить. И высшего качества. То, что мы были сегодня, она в Америку, сказали вам, экспортируется. На все страны. Поэтому высвобождающую валюту мы направляем на инвестиции. Ну и, конечно, никому мы не должны кредиты. Мы отказываемся. Валютный фонд, Мировой банк не любит. Ну не любите, не надо. Хотите
сотрудничать, приходите. Не хотите, мы от вас ничего не требуем. Мы говорим, мы такие же члены у вас, как и все. Мы имеем равные голоса, и нам не диктуйте ваши условия. Мы участвуем в решении вопросов, а не подопечные какие-то. Вот они все это путают. ОБСЕ, европейцы, все хотят учить. Поэтому мы со всеми так, на дистанции. Нейтралитет помогает где-то. Где-то мы... Поэтому мы решили внутреннее сырье. Мы машиностроение, там, электроника не берем. Мы покупать лучше легче, в холодильнике, все. А мы животноводство. Вот было у нас 3 миллиона овец в 91 году. Сейчас 14 миллионов. Для того, чтобы наше 6 миллионов населения нормально питалось, нам надо 16 миллионов овец. Тогда обычный цикл идет воспроизводство и потребление, баланс. Мы это сделаем, и все, нам не надо больше ничего. Пастбище есть. 11 месяцев они отгонных пастбищ. Нам же легче, не то, что в России. Песка, гора, всюду. По утрам все вот молодые ребята наши идут на стройки. Я радостно смотрю, как это рабочие места. А что это безработным? Это же страшно. Эти кусты. Поэтому по Ашхабаде мы сейчас около 4,5 миллиарда инвестиций сделали в этом году. Огромные вещи сделали. Ну, мы видели, да. Это еще будет расти у нас. Это еще будет расти. У нас в этом плане есть программа. Бум идет. Да. Это мы еще дальше будем. Красиво очень будет. Но это рабочие места людям, это жилье, это социальное. Вы жилье строите мрамором отделкой или нет? У нас закон такой, только мрамором строить. Неужели закон? Да. Ну вот пусть у вас посол скажет. Все абсолютно. Вы не найдете ни одного без мрамора строящего дома. Вы покажите. А мрамор итальянский или родной? Это раз не важно. Нет, родного нет. У нас есть родной голубой такой, серый есть. Это испанский, итальянский, закупаемый в Европе. Это дело заказчика и исполнителя, государство не вмешивается. Но есть закон, только мрамор делается. Потолок 4,20. Да. Никаких ниже. Нет, там же металла очень много у нас. Вы заметили? Да, все, металлоконструкция, да. Арматура. Мы город строим горам. До 40 метров гравий, щебень. Подушка. Гасит землетрясение, вот эту волну, потому что трень идет. А вот северный, там песочный, за каналом, там мы не строим. Строим двухэтажные, такие, и такие. Небольшие, высокие. Да, поэтому мы это контролируем. Все вроде. Очень много фонтанов вообще. Такое впечатление, пустыни, воды столько у вас. Это же оборотная вода. Конечно, это же не та вода, это оборотная. Крутим, что у нас энергия, мы энергию она продаем. 50% экспортируется, да? Да, энергия, электроэнергию экспортируем в Иран, в Афганистан. Сейчас Турцию завершаем. Электроэнергию, да? Да, 50%. И бесплатное населению. Вообще чудо. Можете вслух не произносить, потому что Россия это самый тяжелый сейчас. Завтра будут законы по электроэнергии. Если народу сказать, как мы едем, мы за это выйдем. Вы же ведь не обижаетесь. Вот я Василия Ивановича и Андрея Валентиновича слушаю, они по телевизору возмущаются часто. Я и поддерживаю возмущение, потому что, ну а у них голос, это капля в море. Абсолютно. И очень хорошо, я вот просто, вы знаете, вот воспрянул как-то духом, настроение у меня поднялось, что вот вы действительно вот не так, не пошли по российскому пути. Ну, у нас и посмотреть и администрацию президента, и правительство, то все они душат духом, ну, Международным валютным фондом, да, Западом. Второе, что решат, только стоит в Вашингтоне кашлянуть, у нас вот сразу исполняется это все. Ну, распродали уже железную дорогу. Все, это уничтожение полностью железной дороги. Продажа земли. Вот завтра будет рассматриваться РАО ЕС законы распродать
гидроэлектростанции, тепловые электростанции, уничтожить. Это уничтожить единую энергетическую систему. Второе, смертность у нас в два раза превышает рождаемость. К 2025 году смертность будет у нас превышать в России рождаемость 5 раз. В 2025 году, значит, только русское население сократится на 35 миллионов. Я уже не буду говорить о других, допустим, там у других там религии принимают, понимаете, вот как, чтобы население других наций не сокращалось. Но население, как Тэтчер говорила, для России достаточно 12-15 миллионов, чтобы обслуживать вот, ну, добычу нефти, газа. Но население это России, как будет 300 миллионов, там, придут китайцы, вьетнамцы, индейцы придут, понимаете как? И очень бедные, рабочих мест нет. Я просто, вы знаете, вот как во имя русско-туркменской дружбы, помогите вот хоть на 10 копеек. Почему? Я вас прошу, понимаете, что вот не забыты мы. Мы станем побогаче, друг с вами будем, мы вам больше поможем, понимаете? Ну вот проявите вот эту вот, ну такую вот солидарность. Мы с вами все же коммунисты. Василий Иванович, да, и в душе коммунисты. Я вам скажу, в России много в воду уходит помощь. Я вам скажу. Нет, я прослежу. Нет, это я сам. Давай вместе выходить на мировой рынок. Давай прибыль делить. Ну что ж ты хочешь от меня дешевку брать и дураком меня считать? Да, но не считай дураком меня, время ушло. Он о цене не говорит, говорит, ну давай альянс создадим. Я говорю, альянс создадим. Писали они сейчас вот Кишинева вчера. Да нет, это протокол, там ничего, там решения нет. Я говорю, давай альянс создадим, но ты мне скажи, какая доля моя будет, какая твоя. Мы должны цену оговорить. А что ж ты мне... А я же ну, просто не давал. Только занижал, он грабил. Он не пускал как бы на... Он сперва покупал по 22 доллара. Да. Это вообще грабеж был. Но тогда, 90-е годы, нельзя было другого пока становления. В 93-м году я поднял 36. Ельцин приехал, в Вяхерев, Черномырдин здесь, СНГ проходил. Отказались. Ну, отказались. 6 лет не брали туркменский газ и не пускали никуда. Они думали, что мы на колени проползем. Нет. Мы зато увеличили нефть. Мы добывали 3 миллиона, сейчас 13 миллионов. Теперь мы нефть имеем, при том самый высококачественный, 61% октанового числа. Это сразу мы решили вопрос производства зерна. 70 тысяч добывали, производили, сейчас 2 миллиона 300. И дальше будем увеличивать. Мы имели 1,5 миллиона гектаров орошаемых земель, довели до 2,200 на 700 миллионов гектаров, тысячи гектаров увеличили. Это рабочие места селянам и производство. Поэтому мы за счет внутренних закрывали свои дыры, но мы не пошли просить. Россия должна нам, и долг-то не возвращает. Все, визы, все, Ельцина решит, Черномырдина выплатить. Никто ничего не решает. Ну, говорят, что и с Путиным, с Кудриным обсуждали. Обсуждал, но они просят простить. Я говорю, нет, друзья, это некрасиво. Я говорю, слушайте, было 228 миллионов. Ельцин попросил половину скосить. Ну, хорошо, убрал я. Притом, когда по интегрированному, дифференцированному показателю разошлись при распаде СССР, нам должна была Россия. Уважают, потому что я и Западу говорю, слушай, сделает, если бесплатный газ, электроэнергию, воду, дешевый бензин, 0,1 цента, 300 манатов у нас при средней зарплате миллион. Да что это бензин? Депутат Никитчук 1500 платит за квартиру, газ, свет. Квартира вообще бесплатна у нас. Рублей. Поэтому я бы такому президенту тоже поблагодарил. Майку носил с его портретом, чего стесняться? Да. А что это... Мудрить, ведь люди есть, люди, общество. Главное, ценное, когда есть забота о социальном защите населения. Ни одного после распада СССР мы увеличили социальную защиту людей, а не снизили. Вот наш успех. Вы же еще и проблему решаете. Все полностью. А квартиры ведомственные все строят. Каждое министерство строит дома вот эти. Только согласие
властей, которые... То есть ведомственное жилье вы строите? Продолжаем. Все ведомственное жилье идете. Все ведомственное жилье. И кто желает на свои деньги построить, мы даем землю. Да. Но проект согласованный должен быть с властями. Властями, чтобы он не был сараем. Конечно. Сейчас и село мы так делаем же. Сюда. Мы в колхозе были в вашем прекрасном. Нет, вы если в ту сторону пошли, там еще лучше, там канализация, водоснабжение, все улицы асфальтированы, вот та сторона, весь район. Сейчас там. Это изменение массивное идете. Вы знаете, в советский период нам говорили, карантин в 71-м году, да и почти все ходят, знаете, карантин на завоз определенных видов деревьев издал Минлесхоз, и по ней руководствуясь до сих пор не пускали нам эти саженцы. А там годы прошли, но кто-то на этом зарабатывал, а сейчас спокойно мы завозим. Пальмы, видите, нам говорили, откуда? Пальмы не растут. Откуда, видите? Оппозиция, многопартийность должна естественно возникать. Она возникнет. Ну зачем я буду из обиженных составлять партию? Правильно? Если хотят, наберутся, общество созреет, интеллигенция объединятся. Туркмены имеют древнюю историю, они и мыслить умеют, и общественно значимые понятия у них хорошие, здоровые. Создадут они партии, создадут. Сейчас компартия существует, но она как тень, в воде как будто. Она демократическая партия называется. Я председатель, ни разу не вмешивается, но общество мероприятия проводит, там собрания, митинги. Там женские движения, молодежные движения, профсоюзные есть. Но они уже не те. А новые нам говорят, давайте многопартийность. Искусственно создавать. Вы знаете, Европейский банк развития и реконструкции написал первым пунктом работы выдачи кредитов, это существование оппозиции и многопартийности. Но одно предприятие, где они инвестировали, 25% доли имеет джинсовые фабрики, крупная она, там около 3000 работает, получает прибыль из всех стран СНГ, где банк развития европейского получает прибыль. Самый образцовый. Я говорю, так что вы? Ведь крестьянину надо чем-то всему. Мы-то знаете, что сделали? Вот я вам скажу, земли. Мы бесплатно... 1000 манатов – это копейки, но цена должна быть, решили, гектара. Мы даем, сперва даем в аренду. Мы 3 года смотрим, как он с этой землей работает. Есть ли отдача, использует ли он. Если нет, мы отбираем. Если он 5-7 лет работает на этой земле, высокий урожай получает арендатором, то мы говорим, да, теперь ты можешь ее собственность взять. Но ты по договору, тот день, когда ты перестанешь с землей работать, запустишь, ты отбираем у тебя. У нас такое соглашение. Вот это помогает. Налогов всех освободили. 50% всех расходов его мы дотируем. И семена, и обработку, пропашку. И полив, и сбор, все 50% государства. Но надо, чтобы он стал на ноги. Он уже становится, у многих свои трактора, машины бортовые. Многие уже действительно фермеры. И 500 тысяч. Да, 500 тысяч. И люди уже почувствовали результат своего труда. Богатеют. Я вам скажу, вот мы бесплатно до 2 года назад муку давали. 8 килограмм муки к селянинам на душу и горожанам 4 килограмма бесплатно давали. Время прошло, это мы 93-го года начали. 8 лет давали, а потом люди уже зажили и не особенно стали этим пользоваться. Мы сняли эту льготу. Это дешевый муку, хлеб продаем, но бесплатно уже не стал. Ни один даже не обиделся. Это копейки стоят. Да. Ни один даже не обиделся. Все, потому что люди поняли, что государству тоже тягостно все это нести на себе. Но их надо на том этапе, когда вот село запущено, обязательно поддержать. Мы даем, все-таки сохранили мы сельхоз услуги. Закупаем и катапиллерскую технику,
Джондировские, Кейсовские. И сейчас последние даже Мерседесовские стали закупать машины. Мы крестьянам не даем, а в районах образовали... Лизинговые эти. Обслуживающие. И МТС. Да. А сервис эти компании организовывают сами. Ремонт. Ремонт. Они по заявкам пропашут, посадят, все. Берут как бы в аренду. Да. А вы оплачиваете эти, часть этих условий? 50%. Пока он встанет на ноги. Мы ему говорим, поскольку 50% государство тебе платит, за хлопок, зерно ты сдавай государству по цене твердой, продавай. Когда ты станешь на ноги, захочешь в другом месте продать, я тебя лишаю вот этих льгот. Но ты сам смотри. Да. Это самый хороший способ. Вот отличный договор с вами. Да. Вырастил у вас... Да, у меня акционерное общество есть там. Хлопок, акционерное общество, зерно. Они заключают договор. Есть крестьянские банки во всех районах. Эти крестьянские банки финансируют все. Тут схема отработана, не надо властям вмешиваться даже. Только контроль за правильным расходованием этих ресурсов. И возврат.